Меня вчера муха укусила. Да, я это заметила. Или я с цепи сорвался. Это уже ближе к истине. Значит, я с цепи. Да. Садитесь, нет, товарищ Новосельцев. Не надо. Анатолий Ефремович. Лучше умереть стоя. Садитесь, не робейте. Спасибо. Сделайте одолжение. Располагайтесь. Вчера вы сидеть позволили себе утверждать, что во мне нет ничего человеческого. Что, мало ли, что я вчера болтал, на меня не надо обращать внимания. Нет, надо. Почему же не надо? Не надо. Тем более, что вы являетесь выразителем мнения определенных слоев нашего коллектива. Неужели? Вчера вы меня публично оклеветали. Да. Оскорбили. Оклеветал. Все, что вы говорили, возмутительная ложь. Возмутительная. Я с вами категорически не согласна. Я категорически. Почему вы все время виляете? Я не виляю. Почему вы все время виляете? Что вы за человек? Я не могу вас раскусить. Не надо меня кусать. Зачем раскусывать? Вы утверждали, что я черствая. Почему мягкая? Бесчеловечная. Человечная. Бессердечная. Сердечная. Сухая. Мокрая. Я...